Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Ну что, начнем с тренировки, а именно заберем наш отряд, который уже давным-давно здесь тренируется, и обратно же его поставим. Так, бегите, бегите, ребятушки мои, тренируйтесь. Так, арена у нас закончена, я забираю 18, это у нас что? А, пагода, конечно же, 18 пагоды и 18 санты выпало. Санта, ребята, нужен. Санта нам нужен. Чего там, 15 ползунов? Ну, ползуны-то у нас есть. Могли бы как-то уж, я не знаю, ребят, разнообразить, что ли, мне. Зачем ползуны-то? Ладно, фиг с ним. Хотя, подожди, ползуны. Ползуны у меня не прокачаны по фулке-то. Ну да, не, все нормально. Награда вполне устраивает, ребят. Давай-ка я, наверное, ползуна выпущу. И он, по идее, должен разбомбить сразу базу им. Так оно и вышло. Просто Шемин там прошуршал. Не зря его звать Ползун. Я бы назвал его Супер Ползун. Как это раньше, помнишь, мультик-то был? Про эту... Про улитку Турбо вроде. Что-то такое, не помню точно название. Тоже Ползун. Вроде улитка ошпарит. Ну, видишь, сзади реактивный движок, блин. Так, а у нас вон, что мы с тобой недозавершили. И здесь... И здесь что? Ну, можно, в принципе, ребят, начать с нашего топового отряда. Я думаю, он здесь проявит себя по полной программе. Проявит как никогда. Наверное, так, пожалуй, и сделаем, да? Так. Слушай, он никого не вызывает. Ну, вызвал, вызвал, да. Вызвал ходу. Оу! Так, ну, это уже несправедливо, это уже нечестно. Ронин, выручай. Красавчик. Рой. Ой, Рой. Ронин красавчик. Да и Рой тоже, в принципе, красавчик. А вот это вот, конечно, бяка. Вот эти вот гномы мелкие, прыгающие. Нет, тут пора уже заряжать, ребят, по полной программе, иначе начнется тут... Давай. Давай. Есть. Слушай, ребят, ну, как ни странно, очень было много времени за этот период. Босяцкий мог бы и появиться, но он почему-то не стал. Что его так спугнуло или смутило? Я не знаю, или ему не хватило времени вылезти. Кстати, а по ежедневкам у нас что? Оу. Слушай, ежедневку получается, что есть смысл выполнить, да? У нас же сколько на ползуна не хватает? Где он вообще у нас? Ой, подожди, ползун, это же... Это не за нежить, это у нас... Слушай-ка, нам не хватает всего лишь 36 карт. В общей сложности здесь мы с тобой соберем, ну сколько? Ну сколько мы тут карт с тобой соберем? 23 плюс 18. Слушай, по-моему, мы сейчас с тобой на ползуна... Ползуна прокачаю на фулку. По-моему, так должно быть сегодня. Ребят, если я, конечно, что-то не путаю, но, по-моему, сейчас ползун у нас получит фул звезды и будет крут. Угу. Да взорвись ты, господи. Тюн-тюн-тюн-тюн. Бежит, сломя голову. Наш рыцарь. Кристал. А что два-то сразу? А как два-то сразу? Я одного взвал, а почему-то два сразу появилось. А фаерболом не хочешь по башке? Да можем скоряшку, ребята, в конце концов, врубить. Тут смысл ее держать не вижу. Блин, он с периодичностью такой делает все это. Вот видишь этот зомби? То есть все равно, как ни крути, мы сможем его подбить. У него там осталось немножко вообще здоровья. Совсем децл. Так что он как бы тут ни крутил, ребят, все равно бы мы его смогли бы нокаутировать. Так, ну что, продолжаем.
Сколько нам получилось? По-моему, 23 карточки, ребят, если не ошибаюсь. 23, потом 18, и все. И ползун у нас прокачан. Соберите свой отряд. Соберите свой отряд. У меня такой выбор обалденный просто, ребят. Просто шикарнейший выбор по персонажам. Соберите свой отряд. Нет, ё-моё, я сейчас возьму одних копейщиков, одних этих крестьянинов и побегу с ними в атаку. Ну, серьезно. Будут у нас вот эти одни засранцы бежать здесь. Конечно же, ребята, берем все, что нам дают. К бабке не ходи. Чего? Этот хмырь взорвался? Это как так? Хмырь взорвался и даже крестьянина не задел. Это что-то с чем-то, ребят, было. Угу, угу, угу. Притягивает. Воспользовался, да? Воспользовался моментом. На тебе. Фаербол, ребята, еще помимо того, что когда он наносит урон, он ему еще поджигает как бы замок, и замок горит. А вот самое бесявое то, что он как торопыга, ё-моё. Точнее, не торопыга. Ей замахнется, ударит. Постоит там, посмотрит, понаблюдает за звездами, потом опять ударит. Ну что это? Ну крестьян... Ой, ну рыцарь, ёк-макарёк. Будь мужиком. Бомби как... Не знаю, как в последний раз бомбишь. Долби этот замок. А, нет, 13, ребят. Не 18, а 13. И... Последний поединок. Мы получим 8. Слушай, ну должно хватить. 23 плюс 13, это 36 и 8, 42. А нам надо было 38, да? Все. Вопрос исчерпан, друзья мои. Ползун прокачивается по фолке. Ну куда ты пошла, а? С какого вдруг перепуга ты отправил мне ползуна? Ты же обычно этого отправляешь первого. Подожди, какой ползун? А где зомби твой? Я вообще удивлен, что они оба выжили. Крестьянин такой... Блин, ну тут-то, конечно, да. Всех ушатал. Всех ушатал, говнюк ты мелкий. Ничего, ничего, фаербол дождусь и устрою вам. Достал, а? У него, блин, не поносок золотуха, а ты посмотри. Все, друзья мои. Фух, финита ля. Да давай, давай мне награду мою, в конце концов. И пошел я, ребята, ползуна прокачивать. Бедная моя спинка. Или что, вы хотите сказать, что я не заработал? А неужели я что-то просчитался, ребят? Да нет, нет, все четко. Все, все прекрасно. Да, ребята, развиваем. Ну вот он, красавчик ты наш. Он уже сотого, как говорится, уровня. Просто получил фул прокачку. Ну ведь круто же, согласитесь. Конечно, круто, ребята. Ну, а мы продолжаем наши баталии. А, сундук забираем. Сундук нежити. Ну, ничего особенного здесь нету. Так, и у нас территория захватчиков. Как ты видишь, территория захватчиков. Так, НЛО. И жаба с молотом. Жаба с молотом. Ну что, давай этот, наверное, отряд возьмем. Все-таки. И что? И все, будем здесь устраивать. Та-дым, та-да-дым. Так, голем пошел у меня. Ага. Вот так вот, да, значит, ты гаденыш делаешь. Ну, голем будет посильнее, по-моему, как я погляжу, чем этот охламон. Бедного моего забрала. Ну, БФГшки разберутся тут. К бабке не ходи, ребят. Все. Что и требовалось доказать. Вообще шикарно получилось.
Так, ну это был только первый поединок. Мы переходим на второй плавненько. Плавненько, не спеша, ребят. И тут прибавляется воблер. Ну, воблер только издалека, наверное, мне кажется, сильный, потому что он своими батарангами бомбит. И все. Ну, если к нему подойдет, например, вплотничком, этот-то явно не подойдет. Даже не... Твою налево, я поспешил. Я поспешил, друзья мои. Это была моя, блин. Ну и чё? Есть, успел. Блин, вот, вот, ребят, сейчас беда будет. Ну все, все хорошо, все успели, ребят, все вовремя сделали, справились, короче, с этим. Да-да-да-да-да, со своими батарангами это мы все-таки стырил, а. Как он меня раздражает, если бы ты только знал, а, бесевая фигня эта. Летающий пришелец, нервотрепчик. Просто, ребят, нервотрепчик. А вот БФГ сейчас хорошо сделал, просто лучом просто на пробой. Ну да. Служитель тьмы там наяривать будет здоров, так что... Просто идет перекачка. Перекачка жизненной энергии, как ты видишь, мы с тобой победили в этом замесе и двигаемся, конечно же, дальше. В бой. Третий этап. Жаба с пушкой, жаба с молотом. В общем, здесь целый жабаненок. Целое болото, короче, ребят. Целое болото этих хохломонов, поэтому ждем. Вышел, да? Блин, ну опять же пришельцы сейчас в этого вызовет своего, надо. Нет? Не вызовет? Вызовет, блин, конечно же, ребят. Конечно вызовет, и похитил. Вот трава несчастная. А почему корни? Я под... не по... Вот и корни сработали на пришельца, ё-моё. Корни срабатывают на первого врага, который бежит, ближайший. А так как он уже был здесь, БФГшка... Ой, это корни сработали именно там, сзади. Не на того, который здесь впереди, а который там. Вот так вот все и получается. Замечательно. Здесь тоже разбомбили. В принципе, пришелец ему здесь не помогает вообще никак. Вообще никак. Вот здесь вот немножко... Немножко напряжно в плане того, что здесь пришелец идет. И плюс ползун. Вот, как бы сказать... Оба, во-первых, быстрых. Вот, видишь? А если бы еще прилетела бы уфошка, то было бы сложновато. А было бы сложновато это все контролировать. Вот, видишь, что вытворяет? Да ладно, он еще и против... Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу! Все, ребят. Но... Справились мы здесь. Так, БФГ, отлетай. Есть. Как ты меня бесишь, а? Как ты меня раздражаешь? Просто, блин, вымораживаешь меня, одним словом. Просто вымораживаешь. Смотри, 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 как воблер просто, ребят, попал в нем. Ты задолбал у меня уже похищать их постоянно. Просто похищает и похищает. Похищает и похищает. Сколько можно-то? А в кого он там... А в кого он... В кого он сейчас стрелял, ребят? Что происходит-то, блин? Ты видел что-то? Что-то падает, встает, тут же помирает. Это куда-то бомбит, не пойму. Что случилось-то? Что с игрой-то? Посмотри внимательно вот на этот поединок. Как он шел. Вообще там какой-то сумбур просто был.
Я не знаю, куда что там. Этот стреляет, издалека что-то бомбит по кому-то. Такая сейчас каша была. Офигеть. Значит так, у нас, ребята... Ой, а я отряд не взял? Я не поменял отряд! Это против этого... Как его звать-то? Как его звать-то, ребят? Ёлка-макарёк. Я и забыл, как его увеличать. Вот. Вот, ребят, ну вот как вот тут быть? Вот только так вот, если. В общем, вызываем деда. Успеть бы его еще призвать. Как у тебя? Лорд пустоты, да? Точно, ребят. Дед! На, гаденыши. Дед, да что с тобой не так? Он его оттолкнуть не может, ребят. Он просто его оглушает. Все. Дед просто, ребят, порвал их там всех к ядрене фени. Он его оттолкнуть не мог, он ему просто как бы, ну... Станил и все, ребят. Ну, здоровье, конечно, у детка осталось немножко, но этого хватит, чтобы уничтожить. Круто. Круто, мне понравилось. Этот поединок хорош был. Так, давай-ка мне награду мою. Честно заработанный сундук захватчика. Это все прокачано у нас. Друзья мои, долина подданных. Долина подданных на блюдечке нам подана. Погнали. Если буржуи думают, что я буду сдаваться, нет. Блин, мне нравится, как у них тут лето, горы. Прекрасно, я хочу там жить, ребят. Я хочу тут жить, вот прямо вот на этом камушке. Хочу расстелить свой шалашик и жить, поживать, да добра наживать. Так. Баллиста. А успеем ли мы? Успеем, должны успеть. Да что такое-то? Я не понял, что за звукрутас это? Такой деловой. Делаж такой идет. Тынь-тынь-тынь-тынь. Я пошел на прогулку. Кулачком своим бомбит там. Так, баллисты, что-то так как-то там. Две баллисты. Что может быть лучше одной баллисты? Конечно же, две баллисты, ребят. К бабке не ходи. Просто распетрушим их и все. И два паладина. Лучше одного паладина. Так что все у нас хорошо. Давай. Петрушим. Есть контакт. Фехтовальщик там что-то выпендривается, да? Он просто еще, наверное, не понял, что тут ему просто полная опа. Полная опа. Вот так вот, ребят. А как он хотел? Ну что, это у нас... Это был второй поединок, да? Нет, это был первый только лишь поединок. Второй поединок, вот он. Конечно же, тут прибавляется копейщица. А на втором поединке у нас просто-напросто прибавляется копейщица. Так что... Ну и что ты такой довольный идешь? Эй! Нормально. Ну он, конечно, жучара, да. Фехтовальщик, ребят, это жук еще тот. Поверь мне. Тут, конечно, лучше всего вот эта вот подойдет штука. Всадник на журавле, потому что он очень хорошо бомбит их. Что-то... Мне такое впечатление, что то ли пофиксили что-то, то ли какой-то ребаланс сделали. Я некоторые механики не узнаю. Некоторые механики, которые били намного сильнее, они сейчас бьют намного слабее. Непонятно. Например, связано с ультой. Ульта что-то вообще как-то не так работает, как должна бы. Может быть, конечно, кажется. Но я не так уж прям давно в игру эту не играл, чтобы не отличить, поменялось что или нет. Ну да, что-то такое впечатление, что что-то поменялось. Ладно, надеюсь, в лучшую сторону.
В общем, здесь у нас все тоже хорошо получилось. Все отлично мы отыграли. Переходим с тобой на третий этап, где прибавляется лучница. Как по мне, ну, как по мне, ты уже знаешь это мнение. Вот здесь, кстати, тоже хотел бы жить. Такая, знаешь, деревня... нет, не деревня, а как сказать? Поля... Какие поля, блин? Поля чего? Поля, ё-моё. Друидов, да. Поля друидов, так скажем. Довольно прикольно смотрится и... Мне нравится. Ребят, что-то... Что-то мне не нравится то, что... Тихо. Ну-ка давай нафиг всех сюда. Я говорю, что-то, ребят, поменялось, блин. Что-то, ну уж как-то вообще люто бомбят. Я не могу сказать, что это чисто везение его. Нет. Так, он там поджигает моих воинов. Видишь, он горит, горит, бедолага. Баллиста, давай, тебя там ждут все уже на поле боя. Стоит там, сопли живет где-то в стороночке. Иди сюда, швабра. Всадник на журавле. Такая бабка, да, сидит там, управляет. Не, ну прикольно. Юнит довольно прикольно выглядит. Ну давай, бомби уже, в конце концов. Уничтожайте. Есть. Три всадника на журавле просто рвут. Рвут все на своем месте. Все. Кто бы там, блин, не стоял бы. Так, ну что, у нас... ребятушки, тут... Тут бродяга. Тут бродяга выходит. Нафиг, нафиг с ним. Шутки плохие, я знаю его. Подхалим несчастный. В Энвизии все время бегает, шоркается там. Да-да-да-да-да, с ним надо ухо, ребят, востро держать. Воу! Чего? Чего? Что случилось, блин? Вы что, ребята? Как так получилось-то? Никогда такого не... Я не помню, чтобы вот так вот все это... Пипец, ребят. Ну что тут ускоряться тут? Как он ниндзю с одного... Она даже ничего не успела. Она вообще-то... Этого бродягу даже кромсать было, как не знаю кого. Тут вообще это не получилось. Чё за фигня? Вообще непонятно. Говорю, что-то поменялось, ребята. Ну, просто чую. Чую я. Чуйка у меня, вот, понимаешь? Что что-то не то. Не, давай-ка еще разок. Это фигня какая-то полная. Фу. Какого лешего, блин? Давай, короче, мы сделаем так. Выпускаем бродягу. Он сейчас через него хоба. А здесь его поджидает уже вот так вот. С этим разбираемся. С этим тоже. Ну, все. Встало все на свои круги. Как и должно было быть. Блин, а что ж тогда там не вышло-то как надо? Как-то все пошло в том бою через задницу, если честно. До сих пор не могу понять, как такое получилось. Так, ну что, ребята, тут король голый. Король голый, а мы с тобой одетые, поэтому... А вот здесь бы я не хотел. Не, если бы я хотел бы жить, то он в том замке, ребят. Но как-то вид из окна, я думаю, не очень красивый, да? Ты смотришь, а тут везде стрелы летят. Постоянно, причем, я так понимаю. Такое себе удовольствие. Ну что, вот они, два героя, пошли на мой, блин, замок. Это мечник и лучница. Если я сейчас успею призвать свою ведьмушку, а я ее успею, ребят, призвать, то этим ребятам просто не сдобровать будет. Ой, 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 что сейчас будет, ребят? Что сейчас будет? А что будет сейчас?
Ну да. По красоте. Мы еще вот так с тобой сделаем. Вот и сам король вышел. Голожопик. Шучу, ребят. Какой он голожопик? Он полностью амуниции. Напоминает мне герцога Икторна. Помнишь из мультика Мишкигами? Вот, блин, один в один. Есть. Ну, ведьма, конечно. Вот. Даже не столько помогали ее вот эти миньоны, сколько у нее у самой дамаг. Просто божественный. Просто берет этого черного рыцаря, с которым надо копошиться, просто одним взмахом палочки превращает в какую-то рухлядь. Вот и все. Так, ребята, у нас территория Нефритовой долины и... Ой, ой-ой-ой. Тигр плюс вот этот вот маленький вшивенький копейщик. Ну, копейщик, ладно, я еще буду тут удерживать. В этом отряде у нас... Ой. Погоди, ребят, погоди, погоди. Что так рьяно-то? Да хорош вы уже. Паладин, выходи, пожалуйста. Немножко притомили они меня. Здесь, вот в этом отряде, очень хороший всадник на жерле. Почему? Потому что это единственный, кто выживает, если тигр выпускает свой смертельный... Понял, да? Только что был результат налицо, ребят. Ну, паладин еще, да, выживает. Он благодаря тому, что у него есть щиты. Синяя полоска вот эта вот. Ну, а нет, щиты ему если только повесят. Самого-то у него нету. Он их раздает. Ну, паладин на паладина может повесить, скажем так. То есть два паладина, они друг на друга могут повесить вот эти вот щиты. А сам он на себя не может почему-то, к сожалению, повесить. Или может. Я, кстати, не обращал внимания, может он или нет. Сам на себя повесить щит. По-моему, все-таки нет. Угу, погнали. Ну, здесь топовый боец. Это у нас самый топовый боец, ребята. Это, конечно же, друидка. Потому что она тотемы свои выставляет. Ну, я дальше... Ну, куда ты побежал опять? Храмовый пес, да? Ну давай, 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 займемся ими. Так уж и быть, займемся. Прикольно. И опять тигр. Что за зверь этот тигр, да? Просто сдулся. Он даже не стал, ребята, ничего атаковать, ничего. Просто сдулся, все. Тетя друидка вышла, сейчас она придет, разберется тут со всеми. Тут еще и это выпало нам. Да. Тетя друидка разобралась со всеми пакостниками, которые там были, находились. Так, ребята, у нас тут энергия закончилась. У нас... Бля, Ронин, Ронин! Ё-моё. Выбежит, нет? Давай на всякий случай выпущу его. Упс. А, я теперь понял, почему у нас этот стал бомбить так. Друзья мои, он же раньше у нас этот ползун у нас стал мощнее сейчас. Он потому что прокачанный, господи. Мы же его до фулки прокачали. Точно. Вот почему он сейчас начал бомбить так мощняво. Вот он, ребятушки, в чем. Как говорится, сусулька. Какая, блин, сусулька? Ты че, блин, Рэй? Вообще сусулька, блин. В общем, суть. Так что... Погнали. Поэтому он наносит урона столько. Так он, правильно, он же фуловым стал у нас.
Естественно. Видишь, как он даже выглядит сейчас. С этой, с бомбочкой в зубах. Он как этот. Личинка камикадзе, можно и так назвать. Да, блин. Окей. Так, ребят, что за фигня? Давай, давай, давай. Я не могу понять, что происходит. Да нафиг мне твой пес, блин, хромой ты. Вы сейчас издеваетесь, что ли, блин? Какие-то ниндзя нас расколбасили. Ну, получается так. Какие-то ниндзя нас расколбасили, ребят. Давай, давай еще сейчас погибни. Так оно и есть. И просто весь отряд в топку, ребят. Просто весь отряд в топку. Дайте мне, блин, накопить-то, ё-моё, на этого. Хотя бы на жнеца, блин. Чё за фигня-то? Слушай, ты достал, блин, этот лев, тигр этот. Как он мог убить, извини меня, мне босса, блин, просто смел. Чё за чушь, блин? Он просто мне смел босса, блин. Вы сейчас серьезно, блин? Вы что там нахимичили? Разрабы, блин, с игрой, блин. Где такое, блин, было, чтобы босса просто разнесли в хлам, блин? Пипец. Время 1 секунда, мы только до замка дошли. И все, и никого нету, ребята. Как будто, знаешь, все, умерли все, блин. Это что, блин, такое? Я спрашиваю. А? Вы, блин, совсем там охренели, что ли, блин? Чмошники, блин. Причем, как только до замка я дошел, все, мобы перестали идти. Все, уснули, блин. Сейчас я им устрою, блин. Сейчас я, блин, тут устрою. Да ну нафиг, ну вы серьезно, что ли, блин? Они даже эту практически, ребята, просто вырубают ее. Самый топовый боец, они его вырубают в 3 сек. Когда такое было? Такого никогда не было, блин. Какой бы там тигр не был бы этот мощным, с 2 плюшек он не мог вырубать вот эту мою девчулю. Ну не мог он просто по приоре ее вырубить. А тут он, знаешь, он ее уничтожает просто шутя. Точно тебе говорю, либо усилили мобов, что-то такое, ребята, здесь произошло. Какого фига, блин? Не знаю, что я ребят, что-то возмущен. Ну и что это, блин? Мне прям раздражает это все. Ну серьезно тебе говорю. Да как ты уже выпустил-то эту чувырлу-то свою? Я не понимаю, как это вообще может быть по приори, ребята. Ну, какого фига? Ну, как так, блин?
Ну ты посмотри. Я не знаю, что происходит. Этот тигр просто как это бестия, блин. Чушь. Просто, ребята, чушь. Самая настоящая, ну... Дай нафиг еще раз пройду. Не понимаю, как такое может быть. Как мне так... Просто разнесли. Жнец. Фехтовальщик. Не пойму. Не пойму и все тут. Где там этот Ронин псих? Хайкай где-нибудь в другом месте, а хайкает он мне. Заколебал уже хайкать. Так, выпускаем жнеца. Да вы си... Ну как ты тут... Ну, ребят, я уже не знаю, что делать. Я уже не знаю. Я просто не понимаю, как они это делают, ублюдки, а? Что у вас там, блин, с боссом творится? С какого, блин, перепуга ты такая мощная-то, блин, а? Да хоть ты что, хоть ты тут что делай. У него, ты посмотри, у него срабатывание у ниндзи выживаемости. Ты видел? Это третий раз, ребята, ниндзя уже отпрыгивает. Третий раз. Такого, блин, не было и не должно быть. Ну, это видишь, все как бы. Все у них законно, все это нормально у них. Для них это все, это так и должно быть, ребят. Пипец какой-то просто, просто трындец. Я в шоке. Я в шоке просто. Такого раздолбайства давно не было, я тебе скажу. Офигеть, блин, один уровень, столько пинать. Трэш, конечно, ребят. Так, друидка. Хорошо. Трансформатор и собор. Ну что, ребята, территория, значит, захватчиков. Дальше идет территория робота, фабрика у нас. Территория нежити. Долина подданных и роботы. Две территории роботов у нас здесь будет. Две территории роботов. Ну это, конечно, что-то меня этот уровень прям, ребята, ну вообще напрёк. Просто меня выбесил даже, скажем так. Как, с какого фига, блин? Такой, вот сейчас я тебе могу даже продемонстрировать. Если я возьму к себе в отряд тигр, он не будет таким, блин, жестким, как у него. Ну не будет, ребята, он просто жестким, понимаешь? А он у него такой там... Просто убер какой-то. Один тигр там разносит чуть ли не весь мой отряд, блин. Как? Схерали, спрашивается. И эта дуга ионная, которую он выпускал. Он постоянно ее выпускал. Вот в последнем битве, где я выиграл, там он ее только не выпускал. За счет этого я, наверное, и выиграл. А так, кого там не вызвал, сдувает всех абсолютно. Сзади там... Ронин бежит, там ниндзя. Душа тигра, все. И этих ронинов и ниндзя, их как будто здесь и не было. Офигею. Ну чё, кто? Что? Давай, иди сюда, сейчас буду тебя
из тебя отбивную делать, блин. Сочную, так скажем. Но ведьма даже, по-моему, с ним не справится сразу же, если честно. Поэтому мы поможем. Да, смотри, в котле чья-то рука варится. Уже кости одни. Там одни кости болтыкаются. Так, ну что у нас там? Третий этап. Третий этап. Ну давай. Есть. Это бородавочник там, что ли, собирается у нас выползать? Кого будем ставить против бородавочника? Только один вариант — голема этого выставлять, наверное. Да в коем-то веке бородавочник вышел без истерики. Отлично, молодец, молотильщик. Просто по красоте сработал. По красоте, по доброте, в общем, все ништяк у него вышло. А голем, на самом деле, ребят, наносит очень мало урона. Очень мало урона наносит в ближнем бою, так что... Ну что там? Хорош. Давай отбивную делать. Я еще служителя тьмы. А, он тут уже не понадобится, ребят. Уже он не понадобится. Тут все, хана. Хотя он там появился, он на горизонтике. С посохом идет. Ребята, я тут, алло. Запоздал ты, парень. Так, ну что, где у нас там еще? Еще энергии, давайте. Блин, да ладно, серьезно, что ли? Друзья, нет у Нишиша, у нас больше энергии, блин. Как всегда, ребят, на самом интересном месте, да? Сколько там тебе термин еще нужно? Ой. Ой. Дофигище. Тут еще не меньше, блин. О! Друзья мои, скоро созреет парнишка. Суникун, еще дофига. Два кандидата, ребята. Хищнец и Бот-паук. Они скоро прокачаются. Ну как скоро, еще недельки 2, 3, 5, 10. И все будет нормально. Ну что, дорогие друзья, на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.